Боевая тревога. Ракетная атака. Стрельба по надводной цели гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Цель надводная номер 7. Объект поражения. Пеллинг 335.1. Дистанция 918.900. 2-1. Корабль в точке. Есть, значит, пусковой цикл. Крышка открыта. Есть сход изделия по ракетоместу номер 1. Крышка закрыта. Сегодня проводилось корабельное боевое учение по нанесению ракетного удара по надводной цели противника. На дальности более 900 километров было применено гиперзвуковое оружие «Циркон». Эффективность составила 1 единица. То есть в нашем варианте электронным пуском, работая всего корабельного боевого расчета, были подтверждены все те характеристики, которые были заложены в этот комплекс.